Друзья, всем привет! Я приветствую всех на своем канале. Вот такие интересные рюмочки никелированные попались с подносом. Значит, отдал я за них 100 гривен. В принципе, цена очень классная. Думаю, где-то смотрел, такие продаются. Это коньячные. Около 550 гривен продаются. Думаю, гривен за 400-450 они уйдут. Вот такие прелести. Новые абсолютно. Стояли у человека. Забрал их. Забрал без... бессовестно просто. Вот такие вещи, друзья, я покупаю у населения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. С вами Перекупщик.